Всем привет! И вот и распустился наш самый первый куст пионов. А видео сегодня будет о том, как сделать своими руками вот такую подставку под куст, чтобы во время дождя и в то время, когда дуют ветры, куст не разваливался и цветы не ломались, не ломались цветоносы. Давайте посмотрим, как сделать такое простое, но в то же время очень нужное приспособление. А для изготовления этой конструкции нам потребуется всего ничего. Вот такая труба металлопласт водопроводная, которую можно найти в любом строительном магазине. Вот такие обрезки от вагонки. Шуруповерт. Дальше нам потребуется с вами обычный садовый шланг. Примерно вот такие кусочки нам нужны будут для изготовления нашей конструкции. Но смотрите, чтобы диаметр шланга был больше, чем диаметр трубы, чтобы мы могли сделать вот так. То есть плотно одеть его на трубу и соединить. Дальше вы все увидите. И саморезы. Наше кольцо готово. Дальше под углом 120 градусов разделили, получился у нас вот мерседесовский руль. Три точки. Самая устойчивая опора из трех точек. Вот второе, три точки. Дальше что? Делаем ноги. По 400 миллиметров нарезали трубочек. Дальше нарубили пеньков из оставшейся вагонки. Дальше заткнули. Дальше берем шуруповерт и вкручиваем вот так. То есть деревяшку мы забили для того, чтобы саморез туда вогнать. Чтобы туда вогнать саморез, чтобы было устойчиво, да? А сейчас мы будем одевать нижнее кольцо. Вот здесь саморез крепится просто в трубу, в металл, в алюминий. Тут не нужно деревяшки вставлять. Все. Вот получилась подставка под пион. Так, ну а теперь сейчас будем одевать вот эту подставку на вот этот куст пиона. Мы это делаем для того, чтобы когда у нас сейчас сезон дождей начался, и они падают после дождя, они и ломаются. Должны упасть по-любому, значит, вот делаем. Когда они цветут, они вообще получаются очень тяжелые. И поэтому делаем подставки, чтобы куст не разваливался. Вот, собираем его в кучку. Делаем вот такой букет. К примеру. Два. И все делается элементарно. Аккуратненько одеваем, чтобы не повредить наши бутончики. Вот так вот. Хоп. И
проволоку убираем. Вот так примерно, да. Ну все, и пионы наши получились как в вазе. И теперь ни ветер, ни дождь им не страшны. Даже когда они распустятся, станут тяжелыми, они не упадут и не развалятся. Спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. Не забывайте подписываться. Пока.